В областном центре подвели итоги ежегодного регионального конкурса «Белгородская палитра-2022». Участвовали более 300 учеников детских школ искусств от 10 до 16 лет. Они представили работы в четырех направлениях – живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Жюри ответило лучшее. Спасибо вам, дорогие участники, дорогие педагоги, родители, за то, что так с душой подошли к этим работам. Мы везем их в районы, чтобы все жители муниципалитета в Белгородской области знали, какие талантливые дети учатся и живут в их районах. В этом году главная тема конкурса – 350-летие со дня рождения Петра I, народное искусство и нематериальное культурное наследие России. Юные художники проявили оригинальность, пробовали разные стили. Например, эта работа в технике «Гротаж». Автор взяла гран-при, памятный кубок и 8000 рублей. Трудилась над картиной 2 недели. Наносим домашнее мыло. Потом с этим всем смешивалась черная краска, гуашь. А потом я переводила рисунок из бумаги, на бумаге обычной было, на вот эту гравюру. Еще один лауреат конкурса, 10-летний Даниил, подготовил картину «Полководец». На ней возвращение Петра I из похода. На награждении юного художника поддерживала мама. Я видела, как он рисует, готовит эту картину. Если не успевал, он ходил на каникулах даже, доделывал ее. Поэтому для нас это очень волнительное событие. Победители конкурса получили по 3000 рублей. Призеры – памятные дипломы и подарки.